прямо на обед не держишься. Ну, на 147-му. Прокладывай вторую линию. Начальник ОТП. Сейчас все стволы переводятся на работу по периметру. В 10:00 на пульт пожарной связи поступил сигнал о том, что произошло возгорание в городском доме культуры. По сообщению было выслано 6 подразделений, 6 единиц пожарной техники, 30 единиц личного состава. Сотрудники Дома культуры отработали на оценку хорошо, все были эвакуированы. Вот. Но по замыслу учений в здании оставалось еще два человека. Сотрудники пожарной охраны эвакуировали двух пострадавших и приступили к тушению условного пожара. Службы отработали на оценку хорошо, и в дальнейшем будем отрабатывать наши действия для того, чтобы выводить на более высокий уровень.